Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». 9 мая в России, помимо традиционного парада Победы, состоялись также и концертные мероприятия. В частности, большой праздничный концерт «Уроки истории», посвященный годовщине Великой Победы, в котором приняли участие звезды российской эстрады и кино, транслировался на Первом канале. Ведущими данного мероприятия стали Дмитрий Губерниев и Мария Ситок. Во время данного концерта на большом экране была показана военная фотохроника пар, которых разлучила война. Однако в череде снимков фронтовиков зрители праздничного концерта с удивлением увидели фотографию, которая напоминала снимок двух американских преступников, известных как Бонни и Клайд. Знаменитая американская парочка грабителей Бонни и Клайд была показана на большом экране по центру сцены во время исполнения певицей Зарой песни «Если б не было войны». Напомню, Бонни и Клайд – американские грабители, действующие во времена Великой депрессии. Считается, что по вине банды погибло по крайней мере 9 полицейских и несколько гражданских лиц. Бонни и Клайд были убиты 23 мая 1934 года. Оригинальная фотография американских преступников, которая была показана во время праздничного концерта, предположительно была сделана еще в 1933 году. На ней можно увидеть прижимающихся друг к другу мужчину и женщину в темной одежде рядом с автомобилем. На что пресс-службе Первого канала сообщили, что канал только транслировал концерт и не имел отношения к его постановке. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!